для людини має зрозумілий зміст, але не зрозуміло трохи це поняття. Що ж це таке і чи завжди щастя – це те ж саме, що і для вас, і для вашого сусіда, наприклад. Так? Сьогодні ми будемо пробувати розібратися з цим поняттям, що ж таке щастя, бо кожен з нас собі бажає щастя і своїм близьким особливо хочеться, щоб ми всі були щасливими. Так от, що ж таке щастя, з цим питанням ми звернулись до Володимира Писаренка, психолога-практика. Пан Володимир не просто апелює різними поняттями, а ще і намагається практично підходити до кожного з них. Тому, я думаю, сьогодні ми якраз зможемо не лише розібратися, а й дати конкретні поради. Що ж робити для того, щоб бути щасливою людиною? Дуже рада вас бачити, пане Володимире. Доброго дня. Добрий день. Говорити щастя сложно, тому що ми повинні точно знати, кого это будет касаться. О ком мы говорим? Если мы говорим о наших земляках, если мы говорим о наших родственниках, это одно. Потому что мы приблизительно знаем их менталитет, мы знаем их запросы. Поэтому мы можем сориентироваться. Обычно апеллируют к такой известной пирамиде, которая носит название пирамида Маслоу, в основе которой лежат потребности человека. Он попытался это сформулировать еще в 1943 году. Кстати, Маслоу имеет украинские корни. Угу. То есть он, условно говоря, наша людина. Наш человек. Да. Так вот, он в 1943 году попытался это изобразить. И однако, прежде чем отобрать людей для этого эксперимента, он исходил из того, что это должны быть идеальные люди. Самое интересное, что идеальных людей он не нашел. Он не нашел. Это было очень сложно. И, собственно говоря, все это приблизительно. Однако, этой пирамидой, так сказать, Маслоу, пользуются многие, условно говоря, особенно в сфере торговли, упирая на то, что основа пирамиды – это физиология. Человек, который голоден, он вряд ли будет испытывать счастье как таковое. Угу. Ему даже не важно, какая марка у него автомобиля и какой у него дом. Если он голоден, он просто не будет чувствовать себя адекватно. Ну, насправді, там є такі багато різних показників, тобто без чого, без якої основи людина взагалі не буде відчувати себе повноцінною людиною. Тобто, ось, від чогось треба опиратися. Первая функциональная особенность – это удовлетворение чувства голода, это сексуальная потребность, если она как бы присутствует у всех же по-разному. Затем потребность безопасности. Если у человека не защищено пространство, и если он голоден, он вряд ли будет пытаться найти какую-то любовь, извините меня, или угу. пытаться себя как-то реализовывать по-другому. Это основа. Это должно быть у всех. Якобы так должно быть. Однако в последнее время приходят к выводу о том, что в современном мире пирамида, в общем-то, перевернута. Почему так? А потому что есть люди, которые считают, что для них не важно, где они находятся. Условно говоря, жилище для них не важно. Не важно даже окружение. Они считают более цельным и необходимым для себя какие-то внутренние потребности. И вот здесь мне более близка позиция Далай-ламы 14, который говорит о том, что для счастья у человека есть два пути. Первый – это внешний путь, и второй – это внутренний путь. Внешний путь, когда человек идя по которому человек достигает определенных целей. Допустим, дом, хорошая квартира, машина, условно говоря, дача, яхта, условно, самолет. Понимаете, вот это внешние атрибуты. Одежда. Кстати, все шопоголики, они же отсюда, понимаете? Они здесь. Угу. Они считают, если очередная сумочка будет у меня, я буду счастливым человеком. А к сумочке нужны, естественно, туфли. А к туфлям нужно еще что-то. А потом прическа, а потом макияж, а потом маникюр, педикюр и прочее, прочее. А счастья как не было, так и немає. Но люди считают, что оно должно появиться, понимаете? Вот когда у меня это будет, ну или какие-то бусы, допустим, да, или сережки, или какой-то перстенек, вот без которого жизнь, ну просто...
просто невозможно. Може, на деякий час. Ну, і треба ж розуміти, що таке щастя. Я думаю, що треба спочатку розібратися з тим поняттям, що ж таке щастя. Подождите, от, давайте закончимо. Угу. От для людей це важливо. Для этих людей, у которых внешние атрибуты преобладают, для них это важно. И если вы скажете, что это не имеет значения, нужно заниматься самосовершенствованием, важна самоактуализация, о чем вы? Вот мне нужна эта сумочка, и тогда я буду счастливым человеком. Это внешний путь. И когда люди приобретают все это, они это имеют, в результате они оказываются несчастными. Ну, мы много знаем истории о том, когда люди, которые могут себе это позволить, то есть богатые, миллионеры там и прочее, прочее, они могут позволить себе все. А счастья немає, так я же вам про что и кажу. Так вот, я к этому подвожу. Есть вторая составляющая, так называемая внутренняя, это духовный путь. Когда человек нашел внутри себя вот то, к чему он стремится, это может быть религия, поймите правильно. Это может быть какое-то философское учение. Это может быть еще какой-то другой путь, но он не зависит от внешних обстоятельств. И если люди находят, если они добиваются цели на этом пути, они чувствуют себя практически в любых условиях достаточно хорошо, уверенно, и они испытывают счастье. Понимаете? Они испытывают счастье, потому что оно им понятно, и оно для них превалирует над всем остальным внешним. Тобто так, цей путь, шлях, я вибачте, тобто цей шлях, він вірніший? Я бы сказал немножко по-другому. Они должны объединяться. Угу. Когда они объединяются, вот тогда человек испытывает вот это гармоничное состояние условно счастья. Оно же не бесконечное, оно имеет свойство увеличиваться, уменьшаться. Но есть некая константа, которая говорит о том, что вот все приблизительно так, как я хотел. И, кстати, если мы говорим о психологии, то, условно говоря, есть такое понятие, как невербальная коммуникация, да? И вы можете заметить довольного, счастливого человека. Его видно по походке, его видно по жестам, его видно по мимике. От яка потому, це? Что... Міміка? Як людина повинна люди йти? Люди ведуть себе спокійно, адекватно, реагують нормально, не істерят, не психують, угу. Не обвиняють окружаючих в чому-то. Никто им ничего не должен, по большому mm-hmm. счету. И люди чувствуют себя абсолютно нормально. И если посмотреть на этого человека, понимаете, есть люди, которые играют, они изображают вот это спокойствие, но стоит какая-то мелочь ей произойти, вот этот флёр исчезает. Mm-hmm. И тогда получается, что это все напускное. Если человек по-настоящему испытывает это внутреннее состояние уравновешенности, я его так называю, то вот разбилась ваза, разбилась. Може, він просто за характером такий. Є ж різні характери. Може, він емоційний. Хтось емоційний, а хтось ні. Юль, дело в чем? Дело гораздо глубже. Я говорю, понимаете, вот за 20 минут разложить все по полочкам достаточно сложно. Но, тем не менее, мы попытаемся. Многое зависит, я в этом абсолютно уверен, многое зависит от внутренних составляющих. Это такие, как установки, внутренний мир, цели нашего внутреннего мира, картина как таковая внутреннего мира. Понимаете, если в нашей картине внутреннего мира все как бы сходится, угу. мы себя чувствуем комфортно, но это наша картина, которая касается нас, нашего внутреннего пространства, нашего ближайшего окружения, мы же его выбираем. Понимаете, когда нам его навязывают, мы говорим, ребят, вы извините, но вот это, пожалуйста, давайте без меня. Потому что я чувствую, что-то тут не так. А когда оно все ладится, понимаете, когда оно все совпадает, люди испытывают очень приятное чувство, говорят, мне с вами приятно работать. Ну, таке, вот комфортно, мы нашли щастя, друг друга. Да. Можливо. И вот это оно и есть. Вот это оно и есть. Я бы сказал еще больше, если продолжать эту тему. Человек, который занимается любимым делом или тем, что его привлекает, нравится, это первая ступенька к тому, чтобы в конце концов стать счастливым. Но здесь есть, опять-таки, составляющая. Вот условно говоря, у человека есть любимое дело. Это любимое дело, мы будем говорить о положительных, да, моментах, это любимое дело интересно кому-то. То есть результаты вашего дела, ну, так, они известно. Кого-то заинтересовывают. Угу. Потом получается, что в этом есть нужда, потребность. Угу. И плюс вам за это платят деньги.
Понимаете? Тобто ви вже делаете три то, таких что... складових вже є. Да. И у вас к этому есть способности. Это очень важно. Угу. Понимаете? Оно может вам нравиться, но способности, ну, как говорят, бракуя, да? Но не получается. Ну, вот очень хочется, но не получается. Ну, на уровне, там сказать, самодеятельности. А когда у человека есть способности, это ему нравится, это людьми востребовано, за это тебе платят деньги – вот оно, угу. Понимаете? Вот а чоловіка, оно. Наприклад, немає. Ну от і все. І тоді ну, виходить чоловік, як? Чоловік, то це, знаєте. Тут щастя є, а там нема. І все. І тоді... Это касательно, ви ну, имеете в виду або барышні, жінки да? Немає, так. Або, наприклад, если... він, наприклад, досяг багато чого, ви знаєте, а от в особистому житті я не склалося. Я об этом как-то сразу не могу тут встроить, потому что человек, который к этому стремится, по большому счету, я считаю, это разумный человек, он адекватен, он понимает, он интуитивно может в этом разбираться, даже без каких-то там, извините, психологов, психотерапевтов, он интуитивно в этом разбирается. И я думаю, он этого человека обязательно найдет. Угу. Почему? У него выверен, так сказать, курс, понимаете, у него есть маячок, и он понимает, кто ему нужен. Когда человек хватается, извините, за абы кого, вот угу. Тут начинаются проблемы. Почему люди, которые потерпели, условно говоря, неприятность, неудачу в каких-то отношениях, они, как правило, наступают, извините, на те же самые грабли. Они не понимают, почему так. Говорят, а вот мне нравится, а вот мне это нужно, а вот я хочу так. Но в результате получается катастрофа. И человек и один, и два раза, ну дай бог, прошу прощения, у кого-то возникнет вопрос, обращайтесь, мы это разберем. Понимаете, надо понимать, надо, чтобы человек разобрался. Не надо ему навязывать, не нужно его учить. Человека нужно провести. Через вот эти все моменты нужно провести, чтобы он разобрался. Вот тут я, извините, ошибся. Вот тут я ошибся второй раз. А нужно задать вопрос, уважаемый, а что вы сделали для того, чтобы это не случилось в третий раз? Угу. А давайте мы с вами подумаем. Ну, можливо, а давайте мы разложим. Обирає, от каже, от подобається. Можливо, неправильно подобається, так? Ну, не конечно. Ті критерії для цього обирає людина і йде просто невірним шляхом. Пане Володимире, от я хотіла запитати вас, знаєте, дуже часто зараз люди користуються різними аутотренінгами. Ну, наприклад, от я хочеш бути щасливим, як то кажуть, будь. І починають читати інструкцію. Для вам для цього потрібно зробити те-то. Зранку встати, подивитись на себе в дзеркало, сказати: "Я щасливий". Чи це працює? Чи працюють отакі аутотренінги? Чи вони просто на пустому місці створені для того, щоб людям забити баки? Я абсолютно уверен, що, опять-таки, для цього потрібна платформа, база. Повторять, як попугай, я щасливий і у мене все хорошо, це не зовсім правильно. Оно має місце бути, можливо. Але якщо наші установки йдуть вразрез з нашими цілями, розумієте? Как это может быть осуществлено? Здесь все должно быть гармонично, на мой взгляд. И когда вот мы добиваемся, условно говоря, этой гармонии, этой стройности, все абсолютно может потихоньку начинать слаживаться. Угу. Начинать слаживаться в ту стройную систему, которой вы идете, вы ее понимаете, вы, повторю, вы к ней идете, и в результате вы получите хороший результат. Ну, допустим, в йоге есть хорошая установка, назовем ее так. Йоги говорят, что нужно после пробуждения, после определенных процедур провести некоторое время в состоянии медитации. Медитация, опять-таки, это же, понимаете, это не просто так. Это не вдруг вы сели в позу лотоса и начали медитировать, да, и вы там, извините, весь день будете счастливым. Но если мы все до этого сделали абсолютно правильно, если мы мыслим в этом ключе, если наше ближайшее окружение как бы соответствует, если наш распорядок дня вот выверен, понимаете, поэтому если мы еще проведем в состоянии медитации и в состоянии настроя на здоровую, полноценную, счастливую жизнь, то йоги говорят, если вы проведете один час в этом состоянии медитации, кого? Это будет держать вас в течение всего дня. Но, всего богато. Дня, понимаете? И вот это есть настрой. Он закладывается в самом начале дня.
Хто це може собі дозволити? Ну, звичайно, я просто розумію, скільки це, ціла година, так? Але все одно, якщо людина себе, можливо, трошечки налаштує на сьогоднішній день, подумає, розміркує, як би було б краще, налаштує свої думки на позитив. Звісно. Я скажу ще більше. Об этом нужно начинать думать еще перед сном. Понимаете? Вот о том, как у меня будет завтра. Нужно уже настраиваться перед сном. А запустить программу уже в момент засыпания. Ваше подсознание начнет работать в этом направлении. Ваш сознательный разум, он будет отдыхать, а подсознание будет трудиться. И когда вы проснулись, вы это подхватываете, то, что вы уже начали, и у вас пойдет это быстрее. Плюс это должна быть регулярность. Вот меня всегда спрашивают, а можно это сделать за один, там, условно, сеанс, там, за одну встречу, прийти на консультацию, стать счастливым. Грустно отвечать, понимаете, ребята, маловероятно. Давайте, знаете, любое хорошее дело, но требует времени. Если вы отводите ему определенное количество времени, определенное, в одном случае это может быть час, да, условно, а в другом случае это может быть 10, 15, 20, але 30 ж можливо, дней. Пане Володимире, ну от я наостанок вже хочу підбити ті підсумки, які для нас, для всіх важливі, так? От людина може бути щасливою і повинна бути щасливою. Все для цього у неї є, так? Ну, якщо навіть і немає, то це можна будемо зробити протягом свого життя. Але ж потрібно правильно зробити установки, ті, які вам необхідні для вашого життя і для того, щоб гармонійно себе почувати. Так от, хочеться почути від вас дуже коротко, якщо можна, на що звернути увагу, найголовніше, над чим працювати, для того, щоб все склалося так, як вам треба. От ви зараз говорите хороші речі, правильні, тільки я вже, як чоловік, практично займаючись подобними питаннями, обов'язково зробимо маленьке замечання. Прежде чим починати говорити о правильних установках, потрібно спочатку розібратися з тим, що нам мішає. А нам мішає, як правило, так називаємо ірраціональні установки. От ще раз. Передаю привет тем, кого это интересует. Если мы не разберемся с этим, то начинать с правильных установок, это просто преждевременно. Преждевременно. Другими словами, чтобы, уважаемые, вам стало понятно, для того, чтобы начинать строить дом, что нам нужно? Нам нужно очистить территорию. Обрати місце, де ми це будемо робити. Абсолютно правильно. Потом очистить территорию. Потом мы закладываем, роем там роем котлован, закладываем фундамент, и на этом фундаменте мы строим дом. Но мы уже просчитали, какой мы хотим, сколько этажей, что там будет. И сколько кошти? Вот здесь та же самая, ну это само собой. Так, так. Все должно совпадать. А если мы этого не сделаем, то извините меня, на месте старой, прошу прощения, хаты, мы начнем пытаться лепить какой-то небоскреб. Без фундамента, без ничего. И он обязательно рухнет. Я, извините, вчера был на рыбалке, да, увидел человека, выстроил один дом, еще потом какая-то пристройка, и она перекосилась. Вот где-то, наверное, этажа два, она просто перекошена. Практичный приклад. Да, я посмотрел, там что-то выбито, кирпичи, поэтому у местных людей спрашиваю, говорю, а как же так получилось? А вот он говорит, поставил, а потом решил там делать баню, пробил стены и оставил четыре точки, пошли дожди, все это рухнуло. Знаете, вот это называется глупый подход. И еще раз повторю, для того, чтобы все у вас работало, нужно все делать правильно. Хорошее определение. С самого начала все нужно делать правильно. І тоді у вас буде виходитися. Пане Володимире, ну я вам дуже дякую. Справді, є такі складові, над якими треба поміскувати, подумати і зробити так, щоб вам було добре. Вам і вашому оточенню. Во всякому випадку, об этом нужно помнить. Не водить себя, прошу прощения, за нос, а четко понимать, с чем мы имеем дело. Мое правило такое. Нужно вещи называть своими именами. Понимаете? Вам будет проще. И тогда мы не прячемся за какие-то двусмысленные вещи, непонятные, неопределенные. Мы конкретно, четко работаем в том направлении, которое мы для себя определили. Дуже дякую вам, пане Володимире. Ну, а вам, дорогі, бажаю щастя знайти його особисто для кожного з вас. Зустрінемось з вами вже завтра о 13:30. До побачення.